Друзья, приветствую! Сегодня у нас новинка. Водочка Crazy Duck, сумасшедшая утка, премиум. Оригинально придуманное название Crazy Duck. Будем пробовать, что внутри. Вскрываем. Рассекатель есть, контролька красная, друзья. С бутылки такое, что легкая спиртуозность. Наливается прекрасно. Вообще даже ни капельки не проронилось. Легкая спиртуозность. Приятная такая, не прошибающая, а приятная. Ну, пробуем, друзья, будем. Ваше здоровье. Резкая. Резковатая водка. Прям резковатая. Ну, без закуски, первая. Поглядим, смотрим, друзья. Премиум водка Crazy Duck. Как обычно, все на английском. Алкоголь 40.05. Продукт Россия. Крафтед. Ну, понятно. Так, смотрим. Водка Crazy Duck Premium, Crazy Duck Premium. Состав. Вода подготовленная, исправленная, спиртотилово ретификованная из пищевого сырья люкс, настой спиртованный свежих яблок, мед. Вот так. Еще раз. Вода, спирт, настой спиртованный свежих яблок и мед. Тра-та-та. Изготовитель у нас это ООО «Опытный завод Нива». Или Нива. Нива. Россия, Санкт-Петербург. Ну, знаменитый завод. Ну, как знаменитый? Сейчас расскажу. Расскажу сейчас, давайте выпьем. Ну, после первого скажу вам, друзья, что как-то двояко. Рисковато и как-то пошла так. Тут на задней контр-этикетке вон тоже утка виднеется, если видно. Ну, тут вот утки летят тоже вверху. И бутылка сама такая тоже элегантно сделана внизу. Это, наверное, камыши. Камыши, раз утки. Болото. Утки летят тоже. Гравировка. Сделано добротно, мне нравится. И бутылка такая, она необычная, круглая. Тоже здесь утка. Она в руку хорошо ложится. Пробка, контролька еще раз. И дозатор хороший. Ну что, еще раз, друзья, пробуем. Будем, ваше здоровье. Вторая помягче, но все равно скажу вам, друзья, что это водка закусочная. Она не противно пьется. Знаете, бывает такое. Сейчас я закушу. Угу. Бывают прошибающие такие, что противно. Это нет. Она водка с характером. С ней нужно подружиться. Но она не такое, что и... Ну, у меня часто на канале были ролики такие, что водки проскакивали так хорошо с лафитника. Это такая... Crazy Duck. Что мы имеем, друзья? Ну, как я говорил ранее, что в нашем экземпляре присутствует настой спиртованных свежих яблок. Еще в серии есть экземпляр с корочками лайма в составе. Я вот не помню. Вот у нас премиум. Там, ну, другое. Или платину, блин, ну, точно не скажу. И есть еще классический экземпляр.
где вода, спирт и мед. Тоже Crazy Duck классик, кажется. Без добавок. Еще раз, у нас настой яблок спиртованных, есть еще настой спиртованных корочек лайма, и есть классика, где вода, спирт и мед. Производитель, как я ранее сказал, что это питерская компания Нива. Или Нива. Как правильно? Поправьте в комментариях. Изготавливают такие премиальные водки, как, знаем, друзья, Онегин водочка. Хорошая водка. Водка Лаб, номер 40, есть номер 50. И Нева водка. И что еще известно мне, друзья, у компании собственный производственный цех, где помимо ректификации спирта в специальном помещении выращивается пряно-ароматическое сырье. Вот так-то. У них, кстати, большой портфель ликеров, коктейлей. У меня даже в баре на постоянной основе стоит ликер кофейный от Невы, от этого завода. Случайно чисто узнал, когда к ролику готовился. На сайте у них мониторил информацию. Смотрю, опа, наш любимый кофейный ликер, которым мы регулярно пополняем бар. Ну, если интересно, в Телеграме напишите, какой ликер. Я там, ну, скину фотку, добавлю. В Телеграм пишите, в чат. В чат в Телеграме напишите, добавлю. Еще по одной давайте. Да, вот легкая, с лафитника легкая спиртозность. Будем, друзья. Какой вердикт? Водка закусочная. Водка такая, что выпил, закусил. Она не легонькая, не мягкая, но это ее не делает плохой. Вот у нее выхлопа как такового нету. Она проваливается, обжигает, хорошо обжигает. Ну, и повторюсь, водка с характером. Если увидите, будете пробовать, она такая. Ну, как я такие водки называю, выпил, закусил. Но любую водку нужно закусывать. Но эту именно закусить хорошо нужно. Вот. По цене, друзья, 460 рублей. Она мне встретилась, приобрел ее. Как-то так. Из остальной линейки что-то еще бы взял бы, я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что для меня она какая-то, ну, сильно злая. Ну, помню, что сугубо личное мнение, конечно, от вашего может отличаться. Подписывайтесь на Телеграм, чат в Телеграме есть, где общаемся, друзья. Буду рад. Не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. До встречи, пока.